Сейчас перейдем к новостям погоды. После затяжного периода жары на Среднее Поволжье и на Придуралье обрушились сильные ливни. И под воду уходят сейчас улицы Самары, Уфы, Оренбурга и Екатеринбурга. За перемещениями грозового фронта следит наш метеоролог Евгений Тишковец. Студия погоды сейчас на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Какой у вас прогноз на конец недели, на выходные, где готовиться к проливным дождям в ближайшее время? Добрый день, Екатерина. Зона осадков смещается в сторону Урала, и уже завтра ливни начнут заливать регионы за Уральским хребтом. Ну а пока грозовой фронт хозяйничает на Средней Волге. В середине дня серые тучи заволокли небо над Самарой. Начался сильный дождь, местами в сопровождении града. В интернете местные жители делились кадрами потопа на улицах города, утверждая в комментариях, что именно так выглядит Венеция по-самарски. Штормовое предупреждение действует сегодня и в Башкирии. Кроме ливней с грозами и шквалистого ветра, неприятным сюрпризом для людей стал крупный град. Он прошел в нескольких районах республики. Стихия разбушевалась всего на несколько минут. Однако обочины дорог успели покрыться белой крошкой. Градины размером с куриное яйцо побили много автомобилей и напугали детей, признаются очевидцы. Это тоже кадры из Башкирии. Сильный ливень обрушился на город Стерлитамак. Осадки были настолько интенсивными, что видимость местами ухудшалась до нескольких десятков метров. Чуть позже зона ненастья сместилась в Придурале. Погодные события в Оренбурге развивались по такому же сценарию, что в Самаре и Уфе. Сначала на город обрушился ливень, а затем случился потоп. Мощный ливень затопил и улицы Екатеринбурга. Непогода буквально заблокировала людей в офисах, кафе и домах. Больше всего воды вылилось в центральной части города. Ливневая канализация не справилась с нагрузкой, и на дорогах сразу образовались пробки. Разберем погодную ситуацию более глобально. Сегодня синоптическая карта Европейской России представлена двумя барическими образованиями. На западе нашей страны, признаменуя возвращение лета, усиливается скандинавский антициклон, центр которого сейчас обосновался над Беларусью. А вот на востоке погоду определяет тыловая часть североатлантического циклона, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков, скоротечными ливнями и порывистым ветром. На прогностической карте видно, что завтра зона наиболее интенсивных осадков, связанная с циклоном и холодным атмосферным фронтом, сместится из Башкортостана на Средний Урал и в Зауралье. В эпицентре ненасти окажутся такие крупные областные центры, как Екатеринбург и Тюмень, где за несколько часов местами может пролиться до 30 мм осадков, что составляет половину всей месячной нормы. В Тюмени завтра прошумят грозовые дожди. Вероятен град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Но воздух успеет прогреться до плюс 25 градусов. В пятницу в тылу циклона пасмурно, дождливо. Показания термометров обрушатся почти на 10 градусов. Станет по-осеннему холодно. В субботу очередной, уже вторичный холодный фронт принесет новую порцию ливней. И температура не превысит плюс 17-19. Но в воскресенье погода немного наладится. Температура повысится уже до плюс 20. А в начале следующей недели лето вновь вернется в Тюмень. В теплом секторе циклона ожидается переменная облачность. Лишь местами возможны небольшие дожди, а воздух прогреется до 22-24 тепла. В Екатеринбурге в четверг ветрено, ожидаются ливни. В дневные часы похолодает до плюс 17-19. В пятницу, субботу и воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями. Температура будет медленно повышаться к воскресенью до 23-25 градусов. Ну а начало следующей недели благодаря антициклону ознаменуется солнцем и настоящим июльским теплом. Плюс 24-26. Да, и будем надеяться, что еще искупаться мы успеем. О ливнях в Поволжье и на Урале рассказал Евгений Тишковец.